Уважаемые друзья, мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом. Беларусь – миролюбивое государство и будет таковым всегда. Мы выступаем за диалог стран и народов, взаимовыгодное сотрудничество исключительно на равноправной основе. Но современный мир становится все сложнее и опаснее. И сегодня многие задаются вопросом, что будет завтра? Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле.